Hello! Welcome to our English classroom. Today we are going to speak about one more way of expressing future actions. So our topic today is future perfect. Итак, сегодня мы поговорим об одном из времен, выражающих действия в будущем. Нам уже знакомы такие времена, как future continuous и future simple. А сегодня мы поговорим о future perfect. Будущем совершенном времени, Future Perfect часто вызывает затруднения, так как не имеет аналогов в русском языке. Поэтому нашей задачей будет хорошо разобраться в способах употребления этого времени. Давайте рассмотрим, как строится это время. Для формирования Future Perfect нам потребуется вспомогательное слово will, как и для всех времен группы future. Но мы помним, что Future Perfect также относится к временам группы perfect. Поэтому мы будем использовать вспомогательный глагол have. Смысловой глагол мы будем использовать в третьей форме. Исторически с местоимениями I и we использовалось shall, но в современном английском языке существует тенденция употреблять will со всеми лицами. Давайте рассмотрим примеры. Утвердительное высказывание во Future Perfect будет выглядеть так. I shall have played. Или I will have played. He will have played. You will have played. Для того, чтобы составить вопросительное высказывание, мы вынесем will на первое место в предложении. Например, Shall I have played? Или will I have played? Will she? Have played. Will they have played? Для составления отрицательного высказывания мы будем использовать отрицательную частицу not. В разговорном английском языке чаще употребляется сокращенная форма. Например, I will not have played или I won't have played. He will not have played или he won't have played. They will not have played или they won't have played. Future perfect используется для описания определенного действия в будущем, которое завершилось к определенному моменту в будущем или до другого действия тоже в будущем. Этот момент может быть выражен следующими способами. При помощи обстоятельства времени, другим будущим действием или ситуацией и контекстом. Future perfect употребляется со следующими временными словами-сигналами. Tomorrow by five o'clock. Например. Tomorrow by five o'clock Anne will have finished doing her homework. Мы видим, что завтра к пяти часам Аня уже доделает домашнее задание, то есть действие уже будет окончено. By the year 2015. Например, by the year 2015 he will have finished school. К 2015 году он окончит школу и учиться там больше не будет. Before Например, Before mother comes, my sister will have cooked dinner. Когда мама придет, сестра уже приготовит обед. То есть одно действие, приготовление обеда, закончится раньше другого действия в будущем. Прихода мамы. А теперь давайте разберемся, в чем разница между future perfect и future simple. Как мы уже сказали, Future Perfect выражает действие, законченное к определенному моменту в будущем. В то время как Future Simple законченности не выражает. Наоборот, оно указывает действие, не запланированное в будущем. Сравните ситуации. I will have packed my luggage tomorrow by seven o'clock. Или Mother says Don't forget to pack your luggage. Son. Okay, I'll do it tomorrow. Различие между future perfect и future continuous понять еще проще. В то время как future perfect выражает законченное действие, как и все времена группы perfect, future continuous выражает действие длительное, но тоже в будущем. Давайте сравним ситуации. Mary will have finished reading the book tomorrow by three o'clock. Или Mary will be reading a book tomorrow at three o'clock. Мы видим, что первое действие к трем часам уже закончится, в то время как действие во втором предложении будет находиться в своем развитии. And now let's do some exercises to understand this rule better. Look at the sentences and open the brackets using the verbs into the necessary form. Number one We will have come home by the evening tomorrow. Number two We will have finished this project by the end of the next week. Number three, she will have done homework by five o'clock tomorrow. Number four. When I come home tomorrow, my family will have had lunch. Number five, you will have completed the project by the end of the week. Number six. I will have finished playing tennis by 7 pm. Number 7. You will have done this project by next Friday. Today we have learned how to use and to form the future perfect tense. I wish you good luck. and hope to see you at our next lesson. В английском языке существует несколько способов выражения действия в будущем. Мы можем использовать для этой цели present continuous, Present Simple, Future Simple или Future Continuous. Выбор нужного времени будет зависеть от цели высказывания и от характера действия, которое мы хотим передать. Говоря о запланированных действиях, мы будем использовать Present Continuous. Например, I'm going to the zoo with my brother tomorrow. Если мы говорим о действиях, которые происходят по расписанию или запрограммированы, например, расписание самолетов или сеансов в кинотеатре, то мы будем использовать время present simple. Например, our train arrives at seven o'clock. Если действие не запланированное, и мы решаем что-то сделать в момент речи, то здесь нам поможет future simple. Например, Oh, we haven't got bread. I'll go and get some. Если мы говорим о действии, которое в будущем будет находиться в развитии в определенный момент, то мы будем использовать future continuous. Например, Next Sunday at 2 o'clock I will be reading a book. Future Simple Tense – это будущее неопределенное время. Оно употребляется для описания однократного действия в будущем или ряда таких действий. Как правило, это не запланированные действия. Для составления утвердительных высказываний во Future Simple мы перед смысловым глаголом поставим вспомогательное слово will или shall. Shell исторически употребляется с такими местоимениями, как I и we. Will со всеми остальными. Однако помните, что в настоящее время, как правило, со всеми местоимениями мы употребляем will. Например, I shall go to the cinema tomorrow. Или I will go to the cinema tomorrow. You will come home late. He will come home late. Для составления вопросительного высказывания мы переместим will или shall на первое место в предложении. Остальная часть предложения останется без изменений. Например, Shall we go to the cinema tomorrow? Will you go to the cinema tomorrow? Will he go to the cinema tomorrow? Для составления отрицательных высказываний к вспомогательному глаголу will или shall следует добавить отрицательную частицу not. Обратите внимание на особенности образования сокращенной формы отрицания. Will not, won't. Shall not, shan't. I shall not go to the cinema tomorrow. Or I shan't go to the cinema tomorrow. He will not come home late. He won't come home late Не забывайте о том, что в современном английском языке существует тенденция употреблять will со всеми лицами. Хотя shell тоже возможно. Например, I will go to the cinema или I shall go to the cinema. Future continuous служит для выражения длительного действия в будущем. Это действие будет происходить в определенный момент будущего. Для того, чтобы построить утвердительное высказывание во Future Continuous, нам потребуется глагол связка to be в будущем времени. Чтобы построить будущее время глагола связки to be, мы воспользуемся вспомогательным словом will. Will be. На конец смыслового глагола мы поставим окончание –ing, характерное для всей группы continuous. Например I will be singing tomorrow at 5 o'clock Или They will be singing tomorrow at 5 o'clock She will be singing tomorrow at 5 o'clock Обратите внимание, что в современном английском shell практически не употребляется. Вопросительные высказывания строятся так же, как и во Future Simple, а именно вынесение will на первое место в предложении. Остальная часть предложения останется без изменений. Например, Will I be playing computer games tomorrow at 7 o'clock? Или Will you be playing computer games tomorrow at 7 o'clock? Или Will he Be playing computer games tomorrow at seven o'clock. Также возможно употребление shall. В отрицательных предложениях will или shall добавляется отрицательная частица not. Не забывайте, что сокращенная форма здесь образуется особым способом. Will not, won't. Shall not, shan't. Также мы используем глагол to be в неопределенной форме и окончание in. Например, I shall not be singing tomorrow at five o'clock. Или I shan't. You will not be singing tomorrow at five o'clock. Или you won't. She will not be singing tomorrow at five o'clock. Или she won't. То же самое касается и всех остальных местоимений.